Так, всем привет. Хотела поделиться с вами своей новой покупкой. Смотрите, сегодня купила вот такой интересный материал. Сказали, железобетонный. В общем, в магазине Мантра. Ну, знаете, это такая сумка, сказали, из Африки. Ну, типа, знаете, стиль, не знаю, бохо, кришнаиты, потом хиппи. То есть, ну, мне вот понравилась вот такая цена, 990. Это летом, типа, ну, шопер. Очень удобная. Посмотрим, насколько железобетонная ткань. Так, а вот это вот старая моя сумка. Мне ее подарила подружка. Go away. Это получается «Любовь, уходи». С ней я проходила больше 5 лет. Но смотрите, что с ней произошло. Сейчас покажу. В общем, такая большая неприятность. А так бы я ее до конца бы, наверное, стала носить. В общем, дырка. Выбросим. Сейчас буду вещи собирать вот сюда. А это моя весенняя сумка, это эко-кожа. Я вам уже показывала ее, она мне очень нравится. Тут такие удобные крепления и удобные ручки. Я с ней проходила вот уже сезон. А вот внутри, смотрите, как все зашито, обшито, карманы. То есть ничего не рвется, очень прочно. Здесь тоже карман, мне вот очень нравится. Это весна, весна-осень. А это вот на лето.